Здравствуйте всем, кто меня смотрит. Вот решил поменять на своем Беларуси рулевую со старой на нового образца. То есть уже вот с гидроцилиндром, с дозатором. Мне повезло в плане того, что мне трактор достался с редуктором нового образца переднего моста, редуктор. То есть у него уже снизу есть отверстие с резьбой под для установки вот этого кронштейна, к которому крепится непосредственно сам гидроцилиндр. Поэтому мне заморачиваться не пришлось ничем. Вот, и как бы я купил всю эту прибуду, сошки рулевые, другие уже. Они, во-первых, сами все длиннее намного. Ну как намного, на порядок длиннее. Вот они какие длинные сошки. А вот старые сошки. Все маленькие, короткие. Вот, соответственно, тяга рулевая общая. Гидроцилиндр и самое дорогое — это дозатор. Что-то 7 с чем-то или 7 тысяч. В принципе, тут все так. С передним мостом все ясно. А вот с дозатором думал, куда его поставить. В итоге принял решение поставить на голову двигателя. Именно на клапанную крышку. Здесь стояло вот двумя гайками, которые, их 4 гайки крепят клапанную крышку, притягиваются к коромыслам, к осям коромысел. Вот на вот передней части стоит пластина длинная, ну вот, соединяющая две гайки, и к ним, к этой пластине, крепится вот эта штучка, которая поддерживала рулевой вал. Вот. И вот к этой пластине я приварил дополнительную пластину, более короткую, чтобы между гайками она влезала. И сварили мы вот такие вот крепежи под дозатор. С усилениями, с уголками. И также заднюю часть тоже. Дозатор сам по себе тяжелый. И чтобы зад не прыгал, здесь тоже планка привернута и приварена к пластине. Но сейчас заводил. Пробовал просто крестовинкой. Это крестовинка тоже куплена от дозатора. Пробовал вот так вот просто руками крутить дозатор. Руками спокойно, ну, с определенным усилием, конечно, но не сказать, что там тяжело очень. Поворачивается, все нормально, все работает. Но, естественно, рулевое колесо, там вообще будет усиление значительное на рулевом колесе. Так что вот, в принципе, все подключил. И еще что немаловажно, я не стал выкидывать старую рулевую колонку. Она у меня теперь будет играть роль гидробака. И плюс ко всему, у меня также будет работать блокировка, так как она у меня гидравлическая, как обычно на старых тракторах. На новых белорусах там уже, насколько я знаю, педалька стоит в салоне. Вот, потому что у них изначально дозатор идет с завода. Вот, а у меня будет, останется вся та система, все работает. А подключается все очень просто: от насоса подача идет на дозатор. Раньше просто от насоса здесь стоял коротенький шланг, соединялся сразу с этой трубкой, которая идет на рулевую колонку. Я этот просто коротенький шланг выкинул, подачу с насоса провел на подачу дозатора. Соответственно, на дозаторе два вывода. Один вот на подачу, два на гидроцилиндр, и третий слив, вернее, четвертый вывод. Слив я отправил на как раз на эту трубку, с которой мы короткий шланг сняли. И все, соответственно, теперь у меня также, если вы колеса не трогаете, вернее, руль не трогаете, не рулите, у меня под слив с дозатора идет на рулевую колонку. И по возможности также вытягиваете рычажок в кабине, и все, и заработала блокировка. Единственное, что вот здесь надо
как бы смотреть, чтобы рулевая сошка, она была повернута в положении прямо, чтобы работала блокировка, иначе вот она сейчас повернулась, то ли от дрожания, то ли от чего. Вот, ее надо в положении прямо, можно в принципе чем-нибудь даже и зафиксировать, чтобы она не поворачивалась. Вот, и тогда будет работать блокировка. Так, в принципе, все. Сейчас что осталось делать? Сейчас я обрежу вал, вот этот наконечник отрежу, потому что к нему крепится вторая крестовинка, которая изначально шла. Вот это вот крепится крестовинка, вилочка. Я ее сейчас, эту старую крестовинку, разберу, мне нужна чисто вот эта вилочка. Вот. И сама крестовинка нужна. А вот эта вилочка передняя мне не нужна, потому что у меня передняя вилка теперь вот это будет. Соответственно, сейчас мы соберем крестовинку с той вилочкой. Вот этот наконечник я отрезаю, чтобы можно было во вторую вилочку его с этой стороны вставить. И уже буду по ходу примерять, насколько мне отрезать вал вот этот рулевой. И все. И получится то, что все вымерю, отрежу кусок определенный вала, и вот этот наконечник отрезанный, я его приварю уже, вот, допустим, вот сюда, и он вот с этой вилочки, со второй, как бы все это дело сюда встанет, и все, у меня просто вал так же останется, но будет короче, и все, и буду спокойно рулить. Сейчас заводили, пробовали, как бы все нормально, дозатор держится вообще мертво, ничего. Единственное, что по ходу уже посмотрим, как, допустим, он будет себя вести в дальнейшем. Будет ли от вибрации что-нибудь ломать там, трескаться или что-нибудь. Ну, это уже будем в процессе изучать. Хотел еще сделать перемычку вот сюда, со задней части дозатора, куда-нибудь кинуть сюда перемычку, чтобы вибрацию как бы усилить. Крепеж дозатора, крепления, чтобы не трескались где-нибудь внизу крепежи. Но пока не стали заморачиваться. Посмотрим в дальнейшем, как будет. Может быть, и ничего не будет ломать. Поглядим. Если будет, тогда уже будем усиливать. Но. Вот, в принципе, все. Так что, что я хотел по этому трактору еще сделать, я сделал. В принципе, больше мне тут мудрить с ним нечего. Это у меня стоит канистра под солярку. Я отключил баки, как бы они стоят, вот, чтобы мне не следить за уровнем, потому что мы ездим, как бы, ну, чтобы не сливали солярку. На работу заливаю просто канистру и вторую вот там с собой беру. То есть мне день отработать хватает, да, просто канистра, а то и два, смотря как работать. Вот, и я вижу постоянно, как убывает солярка, как чего. А обратка, которая идет с форсунок, она льется в бак, как и лилась. Поэтому через некоторое время с баков сливаю солярку. Ну а если уже куда-то ехать, там реально на какую-то долго, допустим, где-то работать, то можно, допустим, в салон также двадцатку в кабину кинуть, в канистру. И все, нормально. Хватит. Да ее и так, в принципе, 20 литров сжечь на Беларуси, как бы тоже постараться надо. Надо огороды пахать конкретно. Так, в принципе, вроде бы все, что хотел рассказать, рассказал. Сейчас, когда все доделаю до конца, вал все подсоединю, еще засниму, покажу. Вот здесь у меня штука стоит, это от Т-150, если кто не знает. Вот эту кабину ставил, у меня вообще стартерный пускач был изначально, и на старой кабине здесь специально с завода выемка есть по стартеру, потому что стартер туда, в ту сторону идет. А с этой кабиной уже такого не получается. И вот вставал вопрос, либо дергалкой постоянно пускач заводить, либо искать, что-то делать, не знаю. Ну, в интернете увидел, что стоят такие штуки, сначала не знал от чего. Порылся, поискал, оказывается, от Т-150.
Ну вот как бы нашел тоже ее, по интернету купил, съездил. Что удивительно, в магазине продаются одни корпуса, внутри шестерен, внутри подшипников ничего нету. А самое трудное это вот эти шестерня найти, там паразитка стоит. И соответственно на пускаче старый маховик снимается, за который дергается, и меняется тоже на другую шестерню, она меньшего диаметра, чем вот обычная. Если кто ее захочет переделывать, то знаете, что надо старый маховик на пускаче снимать, менять уже, там уже свои шестерни стоят. Старый он не влезет попросту. Так что вот так. Всем спасибо. Ну вот, первый рабочий день прошел с новой рулевой. Вот, показывают ручки без проблем, все. Шланги пришлось вокруг лонжерона обмотать. Так вот карданчик рулевой подключил к пистоленту. Посмотрим, как будет в дальнейшем.